вчера играем помидор, и я выкаю какой-то суп из кибасой и посой. Всем привет, ребята! Лифочка, да, мы с тобой вчера играли в игру, когда доставали помидоры на скорость, и ты выиграла быстрее меня. Да, я зубками лизала. Зубками доставала помидорчики из воды. У нас был такой смешной, забавный челлендж. Мы договорились с Лифочкой, что для нее будет приз, подарок. Сегодня я приготовила тебе такой подарок. Давай ты закроешь глазки. А я пока открою твой приз. Лив пока не видела еще. Это кукольный домик. Двухэтажный кукольный домик. Надеюсь, ей понравится. А вам нравится, ребята? Так, с этой стороны. Такая крыша. Выглядывает. Привет, Мини-Маус, ты цветы поливаешь? Стой, стой. Ну все, теперь открывай глазки. Не на меня, а сюда. Ого, какой домик. Красивый? Да, красивый. Тебе нравится? Да. Ну смотри, он совсем пустой. Здесь у нас есть, наверное, я так думаю, это спальня. Да. Розовые стены. Здесь ванна. Да. Ребеночек один. Ребеночек купается, зеркало. И здесь зеркало. И здесь зеркало в домике. Это кухня, наверное, потому что... Это гостиная. Да, вот здесь какие-то приспособления для кухни. Это гостиная. Картина в гостиной. Да, вот так. Какая крыша, смотри, интересная. Да. Труба на крыше. Здесь еще белочки. Белочки? Где белочки? Вот они. О, точно, белочки. Мини-Маус поливает цветочки в окошко, а здесь белочки купаются под душем. Да, но домик же не может быть пустой. Да. Здесь должна быть мебель. Я тебе уже приготовила мебель. Держи. Ого, это шкаф. Это шкаф. Давай ближе там покажи. Там платье. Здесь платье, а здесь моя кипуровка. Это до зимы. Теплая одежда, да? Да. Это, а это прачечки. Интересный шкаф. Куда мы его поставим? Вниз. Вниз, в спальню, да? Вот так. Там будет шкаф стоять. Да. Что еще должно быть в спальне? Кровать. Кровать. Кровать у нас тоже уже готова. Смотри. Вот. Кровать Барби. Да, кровать. Домик сделан из плотного картона. И мебель тоже из картона. Да. И еще нам не хватает маленького шкафчика. Маленького, да? Шкафчика. Давай сейчас так повернем наш шифонер, чтобы его было хорошо видно. А потом ты переставишь как хочешь, да? Да. Так, что же нам еще может понадобиться? Маленький шкафчик. Маленький шкафчик? Вот есть он. У нас шкафчик. Только там не хватает места. Тогда, может быть, этот шкафчик мы поставим в ванну, как ты думаешь? Ладно. Да, потому что в ванне много свободного места. Да, сюда. Да? Сюда. Не сюда. Сюда? В этот уголок. Так, что в ванне еще должно быть? Смотри, ванна есть. Шкафчик для полотенец тоже есть. А что же еще должно быть в ванне? Должно быть кукла и зубочиститель. Умывальник, где мы можем чистить зубки и мыть ручки. И у нас такой умывальничек есть. Да. Вот умывальничек. Да. Так, куда ты его? Сюда. Под зеркало. Очень красиво у нас получилось ванна. Отличное зеркало. Красное. Красная тумба для умывальника. И очень мне душ с ванной нравится. Да. Правда, нарисованный, но красивый. Так, я думаю, здесь мы закончили первый этаж. Да. Ванну и спальню. Теперь кухня. Да. Так, ну кухня. Что должно быть в кухне? Здесь стол. Нам уже нарисовали немного, да? Стол, конечно же. Какая кухня без стола? Смотри, стол я тебе вот уже собрала. Такой маленький. Маленький стол. Сюда. Да. Стойки. Стульчики. Стульчики, конечно же, должны быть стульчики. Стульчики у нас тоже бумажные. Вот такие красные, такие. С сердечками. Сердечками. Ты их поставишь возле стола, да? Давай немного стол поправим, какой-то он у нас шатающийся. Кидаем стульчики, да? Еще один стульчики держим. Много гостей может приходить. Да. Потому что много стульчиков.
же. Вот так. Отлично получилось. Ну, у нас еще два стульчика осталось. Да. Один мы сюда поставим. Замечательно. Смотри, последний стульчик. Это сюда. Красная апельсиновая. Сколько у нас стульчиков получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стульчиков, значит, может прийти 7 гостей. Но да. Это еще не все. Смотри, для кухни у нас тоже есть мебель. Да. Смотри, такие шкафчики, давай покажем. Рукомойник, где можно мыть посуду. Да. Печка, для того, чтобы готовить, кушать. Духовка, ящички. Стиральная машина на кухне. Все как на... И посудомоечная машина. Да. Все по-настоящему. Куда поставим? Поставим вот туда. Правильно. Вот курочку, да? Стульчики поправим. Так, отлично у нас поместились наша стиральная машина, посудомоечная, печка. Все замечательно. У нас есть еще один шкафчик. Да. Смотри, какой тоже красивый. Куда ты его поставишь? Сюда. Сюда. Чего сейчас поправим? Тоже отлично смотрится. Так, стол ближе. Ну как думаешь, кухню мы нашу уже закончили? Да. Смотри, стол есть, стульчики есть, разные полочки, шкафчики, печка, умывальник. Чего же не хватает? Что еще на кухне должно быть? Гостиная. Это гостиная. А на кухне что еще должно быть? Холодильник. Конечно же, холодильник. Мы же должны где-то хранить продукты. И вот у нас такой большой холодильник. Положим его сюда. Вот так вот. Смотри, какая так. Кухня получилась. Да. Здорово, мне нравится. Тебе нравится? Да. Хорошо. Спальня, ванна, кухня. Ну, гостиная пустая. Да. Что будет в гостиной? Диван. Конечно. Какая же гостиная без дивана? Где сидеть? Вот такой красно-белый диванчик. Положим сюда краешек. Еще у нас есть кресло. Кресло. Один кресло сюда мы положим. И поставим, да? Да. У нас есть второе кресло. Второе кресло сюда. Можно и так. Конечно, как тебе больше нравится. Вот так. И есть маленький столик. Да. Журнальный. Миленький. Вот так. Поставим. Наша мебель закончилась. Да. У нас... Диванчик в гостиной, два кресла, столик. Все отлично. Да. Мне очень нравится. Тебе какая комната больше всего нравится? Вот эта. Спальня? Потому что она в розовом цвете, да? Твой самый любимый цвет – это розовый. Да. Мне тоже очень нравится спальня. Ребята, а вам какая комната больше понравилась? Напишите в комментариях. Нравится. Спальня, ванна наша, гостиная или кухня? Илипка, ну давай же кого-нибудь поселим в этом домике. Он такой красивый, но совершенно пустой. Да. Кто будет жить в домике? Девочки. Девочки маленькие? Да. Куколки? Да. Давай. Так, покажи нам, кто будет жить. Вот, вот такая девочка. Маленькая девочка. Петя. Куда ты ее положишь? А, она спит. Да, она самая маленькая, пусть спит. Пошли девочки, уйди посмотри, пошли умываться. Зубы чистят. Да. А эта девочка пошла сама готовить. Которая готовит, шляпает куртка, а другая девочка сидит. Сидит пока. Смотрит, как другая девочка готовит. Ой, опа. Еще в нее посажу, а потом вот. Еще она в кресле сидит. И готовила она. Да, теперь пусть она всех к столу зовет. Они все сядут кушать. Да. Самую младшенькую.
все. А что? Пошли кушать. Вот они теперь уже все за столом. Да. Кушают, разговаривают. Да. Ребята, вам понравилось наше видео? Видео. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новую серию. Пока-пока. Спасибо, что были с нами, смотрели наше видео. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.